метель! Не видно ни черта! Как бы в этом поле не замерзнуть, Юрий Дмитриевич! Тут двор постоялый был неподалеку! Люди добрые! На помощь! Слышишь? С кем-то беда приключилась! Грех мимо пройти! Алексей! Подожди меня здесь, я сейчас! Люди добрые! Темно, хоть глаз выколи. Казацкая сбруя. Помогите! Как в эту глушь? Кобыла еще теплая. Ее владелец должен быть где-то неподалеку. Люди добрые! Помогите! И кого здесь черти носят? Помогите! На помощь! Ну чего столбом стоишь? Помахай давай! Облезлы. Все думал. Сожрут меня. Спасибо тебе. Ну что, живой? Повезло тебе, что дерево подходящее нашлось. Живой, живой. Порох у меня отсырел. Без тебя не отбился бы. Ну раз живой, так уж назовись. Я Кирша, вольный казак, и сам себе господин. А теперь и ты назови себя. Я Юрий, из бояр Милославских. Спасибо тебе, боярин, не забуду я тебя. Ладно, теперь жилье бы найти, а то так замерзнуть недолго. Здесь двор постоял недалеко, там и помощь найдем, и согреемся. Раз уж нам вместе дорога лежит, скажи, боярин, за кого стоишь? За кого? За Бога и за царя истинного. Много сейчас царей. В Москве королевича польского ждут. И мой приемный отец, боярин Кручина, на том стоит. А значит, и я с ним. А зачем нам... Королевич. Державе нужен сильный царь, чтоб никто мутить воду не смел. Ну, с этим не поспоришь. Алексей, это Кирша, вольный казак. Дальше вместе пойдем. Много вольного люда ходит сейчас по Руси. Поди пойми, кто друг, а кто враг. Место переночевать найти. Поклон тебе. Из бояр... Большая честь для меня. Как Ох, боярин, какое там... Заходите внутрь, гости дорогие. Расскажи, Кир... Что говорить? Мало жил, да много видит. Да, побросало немного. А саблю рука не забыла еще? Сейчас? Нет, ну вообще не забыл. Надо с людьми поговорить, разузнать, что как.
Ну что, боярин, не растерял за ночь оху... У меня духоты до сих... Ну что, боярин, не ра... Соблеви, я всегда рад. Руки у тебя, боярь. К лету заживет. Дай бог здоровья. Да, дела. Складывается против него. И как назло... Эй, служба! Еды и пива! Быстро! Быстро! Все остальные прочь! Челом тебя, вашмость! Со мной пить многовато вам чести. Ты со мной так говорить не смей! Смотрите, тварь лесная, еще что-то... А сабли, пап! Твоей? Ну, айда, спляшем! С нашими гостями свой разговор был. Это хорошо. Спасибо тебе за помощь. Тогда ступай, да не медь. Алексей, мы и дома. 100 лет тут не был. А все как прежде. Здравствуй, батюшка Юрий Дмитриевич. Заждались мы тебя.
Кто к нам пожаловал? Я рад тебя видеть, Григ. Как раны твои? Было дело. Добро, да. Худо совсем на дорогах. Порядка нет. А точно? Боярин Кручина сказал наладиться. Не знаю, не знаю. Бояре в Москве... Уж не сабли ли ты? Иной раз слова меня... Вот и развоевался. А чё же не порадовать? Еще бы он твой. Ну, студеная.
возвращением, Юрий. Здоров будь, Прохор. Ох, батюшка. Ну уж не... Господь с тобой. Что, так и стоит, брошь? Хоть и храм будет. Ну, да. Юрий Дмитриевич. Что за дело? Повадился кто-то из наших под... Так может, крыса у вас завить? А крыс у нас Васька. Да видел я давеча Ваську твоего. Так он-то крыса не жрет. Ну, если... Я поначалу думал, лиса... Разберемся. Люди... Здесь каждую ночь стоишь? Это как Григорий или сам боярин. И что же ты, ничего? Напрасленного. Ага. Значит, видел ты, кто еду из-под... Да как же не видеть, когда они все время... Они? Знамо дело. Одних поварят четверо. Да сами повара. Погоди ты, мы ж не про это говорим. Повара, они ж дело делают, а мы про вора говорили. Ты... А я почем знаю, по делу они берут или без дела? Известно зачем, чтоб... Так скрали же! Чужих при мне тут не пробегало, не проходило, не проползало. Над... А ну стой, куда зайцев под... Так это, мне сказал, сходи, говорит, в подвал. Там справа в клете зайцы висят, что вчера заполивали. Выбери, говорит, который пожирнее будет. И... Это кто тебе приказал? Ну, этот. А чего ж ты двух тащишь, если... А я чего? Они ж все худые-то. Не нагуляли жирок. Не знаешь, кого и выбрать. Врешь, скотина! И в мыслях такого не... Да сам вижу, что... Вчера на охоте, да в подвал снесли. А мне куда? Это ж... А глаза чего бегают? На меня с... Боярин, смилуйся. Если не ты, то кто-то... Да откуда ж мне... Врешь, точно врешь. Да я чего? Ну, видела... И что? Так в этой клете масло отродясь не держали, одну только муку. Я... Ну, смотри мне. А кажется... Митрофан. Ну, я буду. С чего ты взял? А с того, боярин, что на боках у него от шпор шрамы. Что пришпоривал, было. Нужда в том имелась великая. Оседлал. Мой тебе совет, боярин. Побереги коня. Конь? Конь? А хитро это ты. Я даже как-то и не догадался сразу. Зубы мне заговорить решил. Да? Понял, что я с тобой... Ну, а как умный? Боярин тебя на двор взял. Коней доверил. Ты его... Умный ты, боярин. Я это... Не буду укрываться. Нам дворня в еде отказу нет. Не до отвала кормят, но с голод... А сестра твоя... Так я что с ней не для себя таскал. А не врешь? Чтоб мне с места с этого не сойти, бо... Смилуйся, боярин. Я в подвал больше не полезу. Самую голодную пору перетяну... Что скажешь, Юрий Дмитриевич? Удалось? Нашел. Вот тебе раз. Тут и оно, что добрый. Он еду не... Вот оно как. А это уж тебе решать. Я вот... А ну как боярин узнает? Тимофею Федоровичу курей с гусями считать некогда. Он... Вот и я думаю. Ни к чему боярина беспокоить мелочами всякими. Ладно, Прохор. Мало у меня времени. Тимофей Федорович... В чем еще испытать? Например? Ты вот... К врагу в лагерь. Сомневаюсь, что сами? Спорим с... А чего тут думать? Все... А ты думал, я тебя сразу на Туречину пошлю?
Сейчас бы бабу приобнять так. Глуховодник. Я ж молодой еще. Как девок по деревням портит. Алена вон, боярышня. Она самой боярышней прислуга. Так а че я? Хуже всех. Нет тут крамолы, одна похабщина. Ушица охота. Я до... Ой, ты... А мы по-простому? Ну что ж это за мест... А в запруде. Ой, врешь, ой. Да я не про ту запруду, что одесную, а ту, что ашую, подальше. Там глубины. Ой, да сказки все... Сказывают, что видали. Ночью всплывет... Кто о чем, а эти о рыбалке? Вы помяните мое слово, братцы. Да что ты заладил, беда, беда. Говорят, что боярин на шляхом продался. И... Тише, тише! Ты дурак так... Говорю же сам, ведь... И что с того? С ляхами боярин дела... Григорий Холопов за такие сплетни накажет. Только в чем их вина? А точно исполнил? И прокрался. Даже так? Те, что первые навстречу попались, про баб... Ну тут не аж... Другие про рыбалку. И это дело привычное. А еще два холопа глуп. Это кто? Те, что в конце двора стояли. Говорили, что Кручина теперь слуга польский и от веры православной. Вот оно значит как. Я... Теперь веришь мне? Верю, верю. Только смотри. Надо бы с домашними поговорить, новости узнать. Здравствуй, Аленушка. Все шутки шутишь, Юрий Дмитриевич? Так как же мне в глушь? Негодник ты. Какое дело? Ох, Юра. Ладно, схожу. Нет. Здравствуй, птица-синица. Синица. Ох, Настя, скал. Хоть бы весточку. Что ж ты? Вроде не чужие люди. Ох. Правда. А-а. Ой, ты... А ты я... Я... Мне только... Батюшка, думаю, того мне в пару найти. Ну, конечно. Да не бойся. Ступай. Я уж и не чаяла тебя увидеть. Здравствуй, батюшка. Юрка, здравствуй, родной мой. Не жалуют. Экий ты вояка. Ну, было так. Ох, нехорошо. А немного ли себе? Какой бы ни был, а другого... Ну что ж. И твоя рука, Юра. Как скажешь, Тимофей. Вот и хорошо, Юра. Да хоть в пекле чертей руби. Завтра же езжай. Почистили мне под... Ты же, Юра, когда языков брал, ночью да по-тихому, их на честные поединки вызывал? Тот. Тоже правда. А я стар, чтоб на... Где ж ты такого человека найдет? Посмотрим. Вернешься из Нижнего, так и поговорим.
Ну, ступай, Юра. С Богом. Гришка, поди-ка сюда. Как там мое дело? Нашел писаря? Ищу, Тимофей Федорович. Можешь не волноваться. Смотри, дело тонкое. Лучший нужен, иначе не сносить нам голов. Граждане нижегородские, люди русские, кто из вас не знает о бедствиях царства русского? Мы все видим его гибель и разорение, а помощи ниоткуда не ждем. Долго еще злодеям поить русскую землю кровью наших братьев? Долго еще православным стонать под позорным ярмом иноверцев? Потерпим ли мы, чтобы столица подчинялась иноплеменному воеводе? Оставим ли в руках врагов Москву? Отвечайте, люди! Граждане и братья, неужели, умирая за веру христианскую, мы пожалеем достояние земного? Нет. Для содержания войска отдадим все золото и серебро. А если мало и этого, продадим все имущество, заложим жен и детей наших. Вот. Все, что я имею. И пусть выступит желающий купить мой дом. С этого часа он принадлежит не мне, а войску православному. А я сам, мы все, вся кровь наша, всей земле русской. Чего тут только нет. Со всей Руси товары везут. Кручина сказал, купца Еремеева надо в Зарядье искать.
Купец, а хоромы аж княжеские. Да, богато здесь живут. Спали весело, а проснулись рассвело. А кому жизнь, ковришка? Захочет лошадка овса, так ввезет и на гору. А кому жизнь, ковришка медовая, а кому сплошные муки? Одна головня и в печи не горит. Приветствую, господин. Я Юрий Милослав. А Дмитрий Федорович? Для начала. Понимаю. Так я и не простой. Верно. Хотя ты бы... И как же мне? Как обычно, через... А дальше что? А дальше уж как... Да уж, вы купцы. Между собой купец с купцом всегда договор... Деньгами с меня не... Понимаю, под... За это не беспокойтесь. Уважаемый. Сыну князь. В ополчение я вступит. А вот... Я родом га... А с Мининым? Староста наш человек. Понимаю. Но ежели получится хоть с Мининым переговорить... Как оно тебе на пользу пойдет? Я человек простой, воин, вашему купеческому. И правда, есть. А что за дело? Есть у меня сарай, лодырь. Расскажи, где твои сарай? Да, неподалеку. Это не обязательно. Просто помоги с Мининым да князем. Не беспокойся, Юрий Дмитриевич. Мы хоть и не от Рюрика. Что-то зябко. Холодом от реки тянет. Идет гонец письмо из Москвы. Имея его ко мне.
Хороша игрушка. Жалит ровно змеюка. Работу, хозяин. Счет? А что по моим делам? А князь? Тут сложнее. А кто в ху... Есть. Раб. Только не обесп... Справлюсь, не впервой. Ты гла... Зато не беспокой. Ваня, Ваня, просто там. Спасибо за участие. С Богом, надеюсь, не про... А кому жизнь ковришками?